Так, товарищи, покажу я вам седло на Avenger. Не смотрите, что оно стоит на доминаре. Это седло классическое. Выполнено оно недавно. Получилось оно уже практически совершенно. Их-то делают. Никаких заломов тут минимально. Очень классные подушки из хитрого материала. Из двух- или трехкомпонентного даже слоя. Это классика черная. Такое седло на Bajaj Avenger 220 Cruise или Street подарит вам незабываемое впечатление от комфорта, удовольствия. Вы его даже чувствовать не будете под спиной. И у вас не будет желания слезть с него. Это седло расширенное. Сколько мы тут мерили? 37, да? Где-то? 36 ты мерил. Вот то пошире, вот то 37 ближе. Здесь где-то 36. Но это оба седла расширенных, это мы от канта до канта меряем. Но здесь еще надо учитывать, что подпорта все-таки идет от края. Оно расширено, это вот в бок. Перпендикулярная стенка. Это на большого человека, увеличенное для водителя, с классической спинкой. И сейчас я вам покажу такое же, но седло Большой Босс. Большой Босс у нас немножко измененное, не такое, как раньше было. Так, это у нас сидушечка. Давай-ка мы в два слоя проложим, чтобы там не было никаких следов. Так, вот. Это у нас седло Большой Босс. Оно идет такого же размера, ну, поскольку они вручную делаются, здесь примерно одинаковая ширина. Это тоже под большого человека. Расширенные подушки, вертикальная боковина. И здесь отличие в том, что у него идет усиленная спинка. Видите, она какая? На нее опираться можно очень большому, серьезному человеку. Она прямо такая жесткая. То есть тут спокойно можно опираться. Единственное, что здесь немножко сокращается на несколько сантиметров место пассажира. Если учесть, что спинка уже где-то вот здесь. То есть вот тут вот как-то не сидит, наверное, человек. Но сюда только женщина влезет. Не очень большого размера, либо юноша не очень большого размера. Но это седло, так и сказал клиент, что мне нужно кататься одному, я хочу быть большим боссом на этом, на Авенджере. Мне не надо никого возить. Или жена у него худенькая, не знаю. То есть здесь максимальный комфорт для ездока. Вот. Большой босс. Так. Ну, сейчас сидушечки мы эти будем упаковывать. Я их сфотографирую для группы и будем упаковывать. Это у нас первый претендент на упаковку. Начнем, наверное, с классики. Видите, здесь места немножко побольше заднее. Капельку. Ну, за счет того, что спинка не такая массивная. Она тоже прочная, вот, но та совсем массивная.